Привет, это я, твой друг, бурый медведь Миша. У всех детей есть игрушки. Например, у человеческих мальчиков и девочек есть куклы, машинки, мячики, пирамидки всякие и даже плюшевые медвежата есть. А у нас, у медведей, почему-то нету плюшевых мальчиков и девочек. Зато мы умеем находить игрушки в любом месте, где бы мы ни оказались. Вот камешек, например. Ну чем не игрушка? Кстати, а ты знаешь, что такое пемза? Пемза — это такой камень, который можно около вулкана найти. Пемза, она шершавая и очень легкая. Вот такая легкая, что даже в воде не тонет. Очень удобная штука для игр, всякие веточки и палочки. Заодно можно и зубы почистить. Вот ты же чистишь зубы? Чистишь. И я чищу. А еще медвежата, как и все другие дети, очень любят лазилки. Смотри, какие у нас есть лазилки. И такие, и вот такие. И даже... Ой! И вот такие даже есть. Вот. Ой-ой-ой. Ой. А ну-ка. А вот так. Но иногда, если очень-очень повезет, можно утащить у туристов видеокамеру. Я, между прочим, уже целый фильм так снял. Покажу как-нибудь в другой раз. Мне кажется, у меня талант, правда? Вот. Что ж не получается? Вот так. А ты пробуешь что-нибудь снимать и фотографировать? Пробуешь? Ну, пришли мне, я с удовольствием посмотрю. Ой. Маманя!